Ну, расскажите, когда во сколько это? Полтора ночи. А с какого направления хотя бы примерно? Ну, опять снаряд летел. А там что находится? Маринка. Со стороны Маринки. Дело в том, что первый снаряд пролетел, гукнул. Я подскочил у веранды. Смотрю, светится. Вот это только просветилось, и здесь опять как гуканёть. Да. Вот. А потом там начали взрываться, все летели. Понятно. Никто не пострадал здесь? А? Никто не пострадал? Нет. Ну, никого не было. Адрес какой скажете? Павла Беспощадного. Еще раз? Павла Беспощадного. А номер дома 33? 33 это. Спасибо.